Всем привет! Покажу и расскажу, как скачать Counter-Strike 1.6 на телефон. Так, мы заходим в браузер. Нет. Видите, заходим в Play Market. И вводим это. CS 16 клиент. Нажимаем установить. Дальше пишем sesh 3D. После установки всех двух приложений переходим в Google и пишем скачать кэш для кэш Android. Заходим на PedaLife либо же любой сайт. Заставим чуть ниже и нажимаем скачать кэш. И нажимаем зеркало 1. Кто через интернет, у вас так будет. И ждем окончания установки. Я поставлю на паузу. Но перед тем, как мы начнем играть, либо же посматривать видео, пожалуйста, подпишитесь на канал TikTok, называется Nims Modding. Он делает красивые диты бесплатно, набивает руку и все дела. Подписывайтесь обязательно, от меня передавайте привет. Ну и мы начинаем. С установки выходим и заходим через проводник, не знаю. SSH-проводник можно в Play Market, либо же зайти через Play проводник. Неважно. Заходим в файлы. Ну, в проводник свой. Основная память. Ну, это SSH-проводник. Download и видим этот файл. Берем. Нажимаем на него галочку. Еще. Извлечение. Извлекаем. Это займет немного времени. Да. Но на некоторых устройствах делается это быстрее. У кого мощнее телефон и больше памяти, у того это будет делаться быстрее. Продолжим. После, ну, короче, сейчас продолжим, поставлю на паузу и потом скоро вернусь, короче, через секунду. После извлечения выходим и заходим в Xash 3D. Продолжить. Окей. Пропустить. И нажимаем выбрать путь игровых файлов. Ищем там, где мы распаковали. Нажимаем на Xash и выбрать текущий каталог. После этого нажимаем запустить Xash 3D. Потом выходим после захода. Заходим в CS16 клиент. Нажимаем запустить CS16 клиент. Та-дам! У нас запустилась контруха. Где здесь мультиплеер? Там, где есть сервера. Играть с ботами, консоль. Это ДТП. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому было это полезно, обязательно пишите в комментариях. Делайте репосты видео. Давайте, удачи.
Если ты досмотрел до этого видео, ты, ну, до этого момента, ты просто красавец. Потому что сейчас я покажу, как поменять разрешение в игре. Вот мы заходим к Flash 3D, нажимаем продвинутый, листаем чуть ниже. И нажимаем установка разрешения игры. Листаем ниже опять. Тут ставим на указать точный размер экрана. И можем выбрать разрешение. Например, там 1024 на 1024. И вот. Теперь оно сохранилось. Можем заходить. Не поменялось, потому что я не применил. Но можно применить. Короче, всем спасибо за просмотр. Покедова.